Всем привет! Сегодня у меня пустые баночки ноября. Хочу поделиться с вами, что у меня закончилось, что буду покупать, что не буду покупать. Буду оставлять свой честный отзыв. Первое, что у меня закончился, это порошок Чайка. 2 в 1 с кондиционером автомат. Очень хороший порошок. Частенько покупаю, если там жидких в наличии нет. Ну и стараюсь каждый месяц, в принципе, не повторять покупку, а менять порошки. Мне он очень нравится. Чайка мой один из любимых порошков. Я советую, кто пользуется, оставьте, пожалуйста, свои отзывы в комментариях. Мне будет очень приятно почитать. Пользуетесь ли вы какими-то данными средствами, которые я сейчас представлю. Вот, затем мой самый любимый, самый неповторимый, он у меня в каждом видео о пустышках, это кондиционер ультракомфорт, кашемир и шелк, в этот раз у меня был очень классный, Краснодар выпускает, цена очень бюджетная, надолго хватает, у него консистенция не водянистая, а такая густоватая. Его действительно надолго хватает. Ну, не на месяц. Стирка у меня каждый день, потому что у меня маленький ребенок. А иногда по 2 раза на день я стираю. В выходные могу и 3 стирки запустить в один раз. Мне на месяц вот такой бутылки хватает. Я не экономлю, я лью на глаз данного средства. Оно мне очень нравится. Я его покупаю из месяца в месяц. И у меня постоянно, кто меня смотрит, мои любимые подписчики, видят каждый месяц, я это средство показываю и рассказываю. Затем у меня Фаберлик, вот такой стиральный порошок для темных тканей, мне он очень понравился, действительно очень хороший. Цвет ткани не меняют, цвет остается темным, то есть кто не покупал, купите. Я в восторге от данного стирального порошка для темных вещей. Я обязательно буду его покупать, заказывать Фаберлик. То есть супер. Он суперский. Затем, как всегда, Head & Shoulders порошок. У меня муж моет, и я частенько мою порошок данным шампунем для мытья головы. То есть он очень хороший, он действительно убирает перхоть, зуд, то есть очень классный порошок. Ой, извиняюсь, порошок, я еще в порошке осталась. Очень классный шампунь для мытья головы. Затем моя любимая Сарма. Сарме я не изменяю. Все, что здесь написано на этикетки, удаляет жир, все он делает. Он очень классный, нет раздражения на руках. У кого есть аллергия от других марок, попробуйте эту марку, аллергии нет. Он классно справляется с пятнами на одежде, помазать им и бросить в машинку. И пятна уходят на 1, 2, 3. То есть попробуйте, мне он очень нравится, я его постоянно покупаю. Сарму тоже ежемесячно, месяц в месяц. Там только зависит, яблоко, не яблоко. Вот такие вот маленькие мелочи. Еще что у меня, это краска для замша. Силит. Вот это хорошая краска. В аэрозоле идет для замша и ноутбука. Сейчас зима у нас на улице. Если я попшикала замшевую обувь данным средством, в следующий раз мне пшикать не надо, краска никуда не уходит, даже вот снег, приходишь домой, снег тает, тоже впитывается же в замш, эта краска может слазить, ну то есть терять цвет замш может, ничего он не теряет, хорошо, все он напыляет и очень-очень удобно пшикать. Распыливатель у него очень хороший, распыливает очень хорошо, не захватывает.
другие участки, которые не надо. Потому что у меня был один такой, наподобие, не помню, какая фирма. Я когда пшикала обувь, все капли оставались на линолеуме, и это до сих пор у меня не вымывается. И не знаю, чем отмыть. Ну, очень хороший. Мне очень понравилось. Затем Фаберлик. Это жидкое мыло с ароматом орхидеи. Запах просто великолепный. Запах просто шикарный. Это мыло устраняет запахи. Запахи чеснока, рыбы, вот таких вот лука. Я очень часто бывает капаю на доску несколько капель и мою доску. И доска не воняет. Мне не надо там лимон, ничего, я не боюсь. И оно, состав здесь очень нормальный. Фаберлик я доверяю. Это не тестируется на животных. Это, то есть, все хорошо, хорошо и классно. Я заказываю, буду заказывать. Мне он очень понравился. Аромат и действие его аспектов и запахи мяса, ну, чеснока, ну, вы поняли, все вот эти вот кухонные такие неприятные запахи, которые на ноже остаются, на доске, что потом ты не можешь на этой доске ничего резать, потому что впитает тоже тот же хлеб, этот чеснок и все подобное. Очень хорошо он справляется, руки вымывает идеально, пахнет просто волшебно, великолепно. Кто не покупал, купите. Это очень классное мыло для кухни. Затем у меня закончился вот такой вот увлажняющий крем для тела от компании Faberlic. Мне он очень понравился. Это суфле, йогуртное суфле. Оно такое слегка в воде, ну, консистенция у него не густая, как йогурт идет. Да, он очень хорошо справляется, сухости на коже нет. Очень хорошо увлажняет кожу всего тела. И, то есть, я его буду тоже заказывать. Мне он очень понравился. Обязательно буду заказывать. Мыло Шик. Нам гуманитарной помощи дают. Такое мыло Шик. Нам очень нравится. Хорошее мыло. Кусковое, очень хорошее мыло. Нам очень нравится с мужем данное мыло. Из компании Faberlic еще у меня вот такой вот закончился освежитель. Здесь еще палочки. То есть очень классный запах. Хватило мне его на месяц. Палочек стояло у меня полностью. Сколько в комплекте? 5 шло. Все 5 у меня стояли в данной бутылочке. Очень классный запах. Мне он очень понравился. Дороговастенько, конечно, он Фаберлик стоит. Но если будет акция, я обязательно закажу. Ну а по акции, как бы, это не бюджетное. Это очень не бюджетное, это очень дорого. Оно без акции стоит 700 рублей. То есть, если будет акция, я обязательно закажу данный парфюмированный освежитель. Вот так вот. Осталась коробочка. Муж выбросил баночку. Вот такое вот молочко после бритья. Очень классное. Хотя, несмотря на то, что здесь написано «спорт», но здесь уже в переводе написано, что для кожи, которая склонна к раздражению и т.д. и т.п. То есть делает после бритья кожу гладкой. Это все оно делает. Это очень классный. Нам очень вот этот Алекс понравился. У него и запах, и консистенция молочка очень хорошая. Нет никакого раздражения, не сушит кожу после бритья. Это все, что самое главное должно делать молочко. Вот оно все делает. Запах просто нежный, великолепный, хороший. Моему мужу очень понравилось. Я смотрю по его коже. Очень, очень даже круто. Хочу сейчас прочитать вам, кто же это.
Россия производит. Производит Россия. То есть очень нам понравился данный, вот это данное молочко. Баночку уже муж выбросил. У меня осталась коробочка. И захотелось вам тоже рассказать, что нам очень понравилось. Санина. Зубная паста, как зубная паста. Защита от кариеса. Нормальная паста, нам дают в гуманитарку. Но если бы я за свои деньги шла в магазин, я бы ее не купила. Паста как паста, ну ничего не видно. Да, она чистит, но она не отбеливает. То есть ничего. Запах у нее такой слабой такой жвачечки. Ну, как бы мятный, как стиморал. Вот эти такие они, не термоядерные, как орбит. Ну, как бы, за свои деньги я бы эту пасту, честно скажу, не купила. А так в паста, в принципе, ничего. Паста как паста. Так как нам дают гуманитарные помощи, мы ей пользуемся. Бора Плюс, мой незаменимый помощник. Сейчас в борьбе от сухости я и локти мажу им, и губы мажу. Где-то какие-то покраснения у ребенка, у меня, у всей семьи. То есть очень классный антисептический, он идет крем, он очень классный, он всегда у меня есть, в маленьких, в больших размерах, то есть это вообще классный аптечный крем Рексона. Рексона последний раз я покупаю вот такую вот, черную с беленьким, которая не оставляет белых пятен на одежде, это правда, она их не оставляет. Очень приятный запах. Здесь идет вот такой шарик. Тонко ложится крем на кожу. Поверх одеваю черные вещи. Какие никаких разводов, ничего он не делает. Очень хорошо защищает. 48 часов, это правда. Запах остается на длительное время. Не 48 часов запах остается. Ну, где-то часов 15-18 запах держится, ты его чувствуешь и слышно. Если заниматься спортом, надо попробовать занятие спортом, сколько же будет держаться запах тогда. Ну, а так в ежедневной носке очень-очень классный. Закончились мои одни из самых любимых духов. Это Versace. Это у меня тестерная версия. Они зеленые. Versace, не помню как. Очень классный, мне очень нравится. Я его еще повторила, купила. Обалденный аромат. Супер, мне нравится. Мне Gucci и Versace. Вот это два самых любимых парфюма, которые мне нравятся, которые я буду покупать каждый месяц, когда они у меня закончатся. Попробовала я вот такое крем-мыло. У меня освободилась баночка. Я показывала, такие вот баночки освобождаются. И я некоторые не выбрасываю от мыла Faberlic. Я просто туда переливаю вот это вот крем-мыло. 32 рубля стоит. Антибактериальная, хорошая, нейтральный запах, запах моря, морской волны, очень классный, мне понравился. Мне это мыло понравилось, это тоже Россия выпускает данное мыло. Мне оно очень понравилось, я буду покупать. Вот так вот вам скажу, обязательно буду покупать. В этот раз решила взять вот такие вот ватные палочки и пек. Не понравились они, потому что через раз одна палочка, то есть нормально чистит, а вторая палочка просто, вот эта ватка, которая на ней намотана, она просто остается там, где я чистила. У меня теперь проблема с этими палочками, как косметическая, как там тушь вытирать, там еще что-то, да, а чистить ушки, конечно, нет. Нет. Вот так вот. Вот такую вот купила металлическую губку. Она мне очень понравилась.
и я решила показать вам. Бонус всегда плюс. Из нержавеющей стали одна штука. Скребок для посуды. Очень хорошая. Она бюджетная. Что-то в районе 12 или 14 рублей вот эта губка стоит. Но она мне понравилась. Я когда-то покупала другой фирмы. Они мне совсем не понравились. А эта губка очень хорошая. Мне она очень понравилась. Закончились вот такие нежность. Ватные диски очень хорошие, хорошо справляются, очень классные, мне они понравились. Встречу еще раз куплю, обязательно. Маска Faberlic, вот такая вот, маски мне очень понравились, фаберликовские вот эти. Они все делают, все, что здесь написано, для чего она... Это у меня с маслом Makeda, не питание. Она действительно хорошо питает. У нее очень хорошая напитка. Она очень хорошо там пропитана. Можно даже еще раз положить и на второй раз использовать данную маску. Но она очень классная. Я уже покупала 2 раза маски. И мне они все понравились. Все они классные. То есть все-все-все классные маски. Faberlic очень хорошие сделал маски. Затем цикорий вот такой. Тоже Россия. Лантель. Мне он очень нравится. Я его периодически покупаю. 85 грамм. Цена его 55 рублей. Очень классно. Буду еще раз покупать. Вот такие вот у меня были пустые баночки. Надеюсь, вам мои пустые баночки понравились. Пожалуйста, напишите комментарии, кто пользовался данными средствами, у кого есть свой отзыв независимый. Мне очень будет приятно почитать, ответить вам на ваши какие-то вопросы. Не стесняйтесь, пишите. Я жду от вас данных комментариев, либо вопросов каких-то. Надеюсь, вам это видео было полезно, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока-пока.